Привет, не прошла я. Не прошла и одного выпуска. Подожди. Чего? Еды набрал. Да, еды набрали, будем сейчас тебя откармливать. Я решил, в общем, сам себя поснимать. Яр врывается, и тел Граденко рывается. Красные кнопочки. Команда красных кнопочек, все, пошли. А Ахтюрка поехала. Узнал. Узнал? Куда волно приехал. Мало узнал Артема Граденко. Скажи банку Яру все. И я рубанку. Ну господи, что ты там забыл? Похуй все. И все похуй. И короче, Мелый сказал не только дропы построит, он еще сказал, что сделает тарзанку. Вчера поехал, приезжает вечером и говорю, построил тарзанку. Да не, я там просто покупался чем-то. Все похуй. Пацаны тут на трейле, будем сейчас копать, да, пацаны? Яр. 360. О, не лякай, пташка. Вони спали, ти їх розбудив. Мішаня лучший, понял? В скейт-парку матюки написали, а на трейлах нормально. Респект таким парням. Поехали. Це нормальний тусовка диджея. Так, зашибись, давай ще раз. Все там хуйня. Переезжай, все три. Дискотека, море шпека. Мело, окей. Эй. Окей. Главный карьерист приехал. Мело, ты строишь тарзанки для пацанов? Пацаны уже ждут тарзанку. Блин, тарзан. Да Мело, ё-моё. Поднимайте меня. Не с комплекта. Смотри, ты такие. А, да. Все такие. Блин, да, чуть больше, на размер чуть меньше. Мелый, окей. Мелан, это неправильно. Люди, друзья, не называйте меня так. Я офіційний Мелой. Не Мелан. Мелой. Не Мелан, не Мелан, не Мелон, а Мелой. Дубл Боун. Ой. Дубл Боун. Дубл Боун. Окей, вот офіційно. Окей. Все, пацани уже врываются, еще нет премьеры, но уже врываются в ровно. Единственный зеленый фонарь в городе. Сейчас используем тебе энергию. И Мелла здесь набирается зеленой силы. Чего у меня нет энергии, чувака? Заряд какой. Известный квотер, радиуса в котором практически нет нормального. И этот отважный пацан, Мелла Кей, пытался сделать здесь флэр. И как не въебался головой сюда. И завтра вы увидите этот кадр в фильме «Жесть 3». Ты киски вообще не местный, иди отсюда, тянь. Ставим ставки, что на завтра сколько людей придет на жесть 3. По 5 гривен. Как это все делить? Просто по 5 гривен ставим, и кто-то выбирает. От 0 людей придет до 20, от 20 до 40, от 40 до 60. А можно с плюсиком? Нет, в межах 20. 100. 100 людей? То есть 100 должно быть. До 120 чи 100 до 80? Ну, судя по всему, я надеюсь, что будет 100. 80-100 чи 100-120? 100-120. 60-80. Блин, я хотів десь 150. Значит, 120-140. Чи 140-106? 130-150, да? Да, хорошо. Нормально. И получается, ты сказал 80, да? 680, то я уже не скажу 60-40, бо це замало. Я не скажу 80-100, я можу сказати, да? А ти можеш да. В долю войти просто. Ні, я не буду входити в долю. Мало денег. Давай я скажу 80-100. Ну давай. 80-100. Все, давайте. Забили по 5 рублей, хто завтра буде победителем. Сейчас час 43 ночи, и мы ровно здесь офигенно висим. Отвисаем на тоничках. Висим ровно, да, Яр? Вот это реально висим. Ох. Яр реально отвисает.
ездить на брусьях офигенно. Да, час 49 уже. Сейчас пацаны идут спать, пацаны, идите спать, а я буду монтировать новый влог. До 5 утра, надеюсь, я его сделаю, чтобы отоспаться, потому что завтра презентация фильма. Ты чё, Яр, все спать? В смысле, я вот выпью? Да, на ночь? Я пить хочу. Так воды могу дать просто. Потрачен. Я воду не пью. Привет, народ, сейчас 11 утра. Я вчера монтировал до 5 новое видео, и уже в 7 утра мне позвонил Мэллой. Давай, Мишаня, выходи катать, Мэллой, окей. Потому что ему кого-то нужно было встретить с Одессы, но он не учел то, что он лег. Сжег камеру взглядом. Нам нужно выходить через 5 минут в кинотеатр, встречать малышат, которые не знают о том, что я перенес премьеру, но Артем Груденко взял полотенце и пошел в ванну ноги мыть. Вообще-то я подмышки помыл уже.